Наш новый день проснется натянутой струной, как сердце бьется. Я вижу много лиц, я знаю их значение. Я вижу старых птиц, их оперенье. Извини. Да, ты, по-моему, облажался чуть-чуть. Сначала была задумка сделать однородный альбом, какую-то одну энергетику, но у нас этого не получилось, потому что нас тянуло в разные там места, в разных направлениях тянуло. Да, и в результате получился очень странный такой симбиоз. Там очень много разных песен. То есть есть кое-что от старого MF3, от саунда. Есть что-то, что вас просто в шок ведет, потому что этого просто не было. Стиль практически изменился полностью. И в то же время это достаточно коммерческая музыка с тем же балетом, с тем же танцами и по пятибалльной системе на 5 с плюсом. Я всегда считал себя аполитичным человеком. Вот. На самом деле все оказалось наоборот, в том плане, что если доходит до какой-то крайности обстановка, то меня это сильно начинает волновать, и я не могу просто стоять в стороне, я начинаю что-то там думать. И вот ту песню, которую мы сейчас записываем, она называется «Ветер перемен» по этому поводу. Ветер перемен. Она, кстати, действительно роковая довольно, но она не лирическая ничего, она быстрая такая, я бы сказал, даже вдохновляющая песня. Мы постарались ее сделать такой оптимистичной. Группа серьезная, подход очень серьезный. Подход фирменный. Я думаю, что скоро это будет, в общем-то, группа номер один здесь. Для нас это, на мой взгляд, новый этап, чисто по уровню. Я считаю, что это лучшее, что мы делали до сих пор. Пип сосредоточил в себе мою любовь к каким-то нереальным абсолютно вещам, то есть к каким-то спецэффектам, краске даже. Вот. И по стихам она неоднозначна даже по смыслу, то есть там есть несколько смыслов.